В рамках турнира «Кубок Белгазпромбанка», который прошел в Бресте в зале спортивного комплекса «Виктория», собрались сильнейшие представители такого вида спорта, как гандбол. И это не случайно, ведь главными наградами за победу в серии игр стал кубок за первое место и 5000 евро от спонсора «Белгазпромбанка». Брестская гандбольная команда имени Мешкова в этом году показала хорошие результаты. В субботу она оказалась сильнее российской «Чеховские медведи». Доказательство тому счет 35-33. Могу сказать, что мы усилились и сейчас, значит, две команды у нас есть, и можно 60 минут играть постоянно на таком же ритме, как и с начала игры. Смотрите на трибуны, сколько людей пришло здесь. Я думаю, что это хороший турнир. Каждый год больше, и каждый год большая команда, каждая лучшая команда. И каждый год, я думаю, здесь лучше, как было. И все, я поздравляю этот турнир, это самый лучший турнир. Очень хороший тренируем, много тренируем этот в этом периоде. А что сказать на этот турнир? Это сильный турнир. Это самые сильные команды. Мы очень довольны, что выиграли. Тоже чеховские медведи, которые в Лиге чемпионов играют. Серия игр традиционного международного турнира по гандболу «Кубок Белгазпромбанка 2014» стала настоящим событием для нашего города. Оно сумело объединить болельщиков из разных уголков Беларуси и зарубежья. Гости Бреста по достоинству оценили условия, созданные для проведения соревнований. Ими была отмечена и высокая физическая подготовка спортсменов. Я думаю, что мы находимся на правильном пути. И я думаю, вы по первым минутам сегодня увидели, что команда возбуждала. Команда, так сказать, выросла профессионально, и команда еще способна процентов 30-40 добавить. Поэтому у этой команды большая перспектива впереди. Подготовка на самом деле продолжается. Команда вышла из отпуска 2 недели назад и работает. Поэтому у нас впереди очень серьезная квалификация к Лиге чемпионов 6-7 сентября. Поэтому мы к этому готовимся. От этого зависят результаты всего сезона. Соревнования на призы Белгазпромбанка проводятся в Бресте уже в 7-й раз. За это время он успел стать престижным и по-прежнему вызывает большой интерес любителей спорта. Об этом в дни турнира свидетельствовали заполненные трибуны комплекса «Виктория». Сезонная игра расширяет границы, приглашая новые и новые ведущие команды. Международный турнир «Кубок Белгазпромбанка» проходит в Бресте уже в 7-й раз. 8 августа, первый игровой день, украинская команда оказалась сильнее российской. В субботу в зале собрались российская, украинская, румынская и белорусская команды. Болельщики с нетерпением ждут результатов игры. Первые 3 игры с момента начала проведения турнира брестская команда БГК имени Мешкова выиграла. Но, к сожалению, в этом году ей не удалось взять главный приз. Соревнования по гандболу «Кубок Белгазпромбанка» в этом сезоне завершился ярким награждением команды-победителя украинского мотора.